Жители и гости Одинцовского района уже привыкли. Оживление в фойе Ледового дворца жди знаменитых гостей. И они действительно прибыли. Бойцы мировых ледовых арен Алексей Морозов, Владимир Мышкин, Андрей Коваленко, Игорь Мишуков, Виталий Прохоров, Александр Голиков. Звездная хоккейная дружина перед открытием сезона с удовольствием раздавала автографы и комментарии. Уже и девчонки в майках ходят, которые занимаются хоккеем. У нас хоккей сейчас женский развивается в стране. Поэтому, чтобы те игроки, кого они сегодня увидят, легенды наши прославленные, чтобы отложилось у них в памяти, они стремились стать такими же, как наши великие прославленные мастера. К открытию подмосковного этапа ночной хоккейной лиги подготовка шла основательно. Даже форму, по словам организаторов, шили под предстоящий гала-матч с участием звезд отечественного хоккея. Любители и мэтры сошлись на льду, дав старт крупнейшему хоккейному событию в Подмосковье. Уже взрослые, в общем, мужики сейчас больше времени проводят на спортивных площадках, они тренируются, они играют. И меньше времени уже у них остается на другие какие-то негативные вещи. Мы счастливы с Александром Сергеевичем, что с подачи президента нашей страны мы создали ту лигу, влекли в процесс всех звезд, легенд нашего хоккея, которые ездят по регионам, встречаются с людьми, в общем, участвуют в продвижении лиги, в развитии ее, наконец, в финальной части на гала-фестивале в Сочи, в Олимпийской столице. В общем, такая семья образовалась, где есть взаимное уважение и, самое главное, перспектива. Для нас приоритет номер один массовый спорт, я начинаю хоккейную лигу, там хорошее продвижение. У нас, если брать динамику, то с 2014 года у нас было 25 команд, в том году было 47, а в этом уже 55. Конечно, нагрузка на дворцы растет, мы вводим новые спортивные объекты. Я уверен, что через год этих команд уже будет 70, и мы хотим выйти на 100 команд участниц в нашем хоккейном лиге. Популяризация хоккея и здоровье нации – две основные задачи, стоявшие перед создателями российской ночной хоккейной лиги, уже притворяются в жизнь. К лиге примыкает все больше команд. В этом году за главный трофей состязания Кубок Крутого поборется 55 подмосковных любительских дружин. Нынешний презентационный матч звезд отечественного спорта и подмосковных любителей – еще одна возможность напомнить ребятам и взрослым, что в спорте не бывает сослагательного наклонения. Нужно начать играть, заниматься своим здоровьем, и тогда, возможно, окажешься плечом к плечу в одной команде с главой Одинцовского района Андреем Ивановым. Есть майка, я буду стараться присоединиться к одной из игр или несколько игр, которые будут проходить в Подмосковье. На воротах Владимир Мышкин, на льду соратники по звездной команде. Шайбы от олимпийцев по-прежнему летят в ворота. Первый подмосковный матч звезд и любителей хоккея завершился с разгромным для сборной Московской области счетом 14-4. По две шайбы забросили Андрей Коваленко, Игорь Мишуков, Виталий Прохоров, Александр Голиков и Александр Гуськов. А финальную точку с передачи Макарова поставил Алексей Морозов. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».